Привет, ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 82 из учебника «Математика 6 класс» Виленкин-Джохов. Ну что, давай откроем учебник и посмотрим, что за задание нас ожидает. Запишите дроби в виде неправильных дробей. Ну, для того, чтобы выполнить это задание, для начала нужно знать, что же такое вообще неправильная дробь. Дробь называется правильной, если ее числитель меньше знаменателя. Дробь называется неправильной, если ее числитель больше знаменателя или равен ему. Итак, посмотрим на наши дроби, то, что нам даны. То есть у нас выделена целая часть, а нам надо с вами перейти к неправильной записи дроби. Как это делается? Это делается одним способом, вдруг вы его забыли, я сейчас напомню. Целая часть, то, знаменатель остается всегда тот, который есть. То есть 5 это можно даже запомнить сразу, что 5 это то, что есть, и он остается. Целую часть мы умножаем на знаменатель и плюс числитель. Это то, что будет в числителе. 1 умножить на 5 будет 5, плюс 2 7. Еще раз. Итак, знаменатель тот, что был и остается. Целую часть умножаем на знаменатель 27 и плюс числитель, то есть 27 плюс 5 получается 32. Мы записываем 32. То есть здесь будет 7 пятых, 32 девятых. Так, снова знаменатель остается. 2 умножаем на 11 будет 22 и плюс 3. 25. Так. Так, и остались у нас еще дроби. Так, тоже здесь ставим знаменатель тот, который был. 8 мы умножаем на 15. Это у нас будет 120. И плюс 11. Получается 131. Видите, да, что все дроби у нас получаются неправильными, потому что числители наши больше знаменателя. Числитель больше знаменателя, числитель больше знаменателя, больше знаменателя, больше знаменателя. Все правильно, да? То есть мы находим. Так, теперь снова 9 мы умножаем на 20, будет 180 и плюс 1. 181. Знаменатель тот же, 20. Вот и все. На этом задание мы с вами выполнили. Перейдя по ссылке в описании на наш сайт, ты можешь решить самостоятельно похожее задание и получить за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получат пополнение счета на свой телефон. Заинтересовало? Тогда вперед на наш сайт. Только не забудь поставить лайк этому видео. А кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляйте их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.